23 февраля – День Советской Армии и Военно-Морского Флота. Праздник, широко отмечаемый в России на государственном и бытовом уровне, как День Защитника Отечества. Но что же конкретно празднуют россияне и почему гордо бьют себя в грудь именно 23 февраля? Можно было бы предположить, что с этим днем связано какое-нибудь значительное военное событие, типа дня взятия Бастилии, как во Франции, а иначе в чем смысл именно этой даты? 23 февраля 1933 года на торжественном заседании, посвященном 15-летней годовщине Красной Армии, Климент Ефремович Ворошилов в своей речи отметил: «Кстати сказать, приурочивание празднества годовщины РККА к 23 февраля носит довольно случайный и труднообъяснимый характер и не совпадает с историческими датами». Еще в конце 90-х 20 века историки упорно спорили вокруг того, что же произошло 23 февраля 1918 года. Теперь уже не спорят. В большевистской прессе тех дней они так и не нашли ни одной ссылки на разгром немцев, который якобы произошел 23-го. Напротив, 25 февраля большевики включили гудки в самом Петрограде, чтобы разбудить город и ускорить запись добровольцев в Красную армию, ожидая наступления немцев на столицу. 26 февраля Ленин сообщил соратникам, что столица переносится в Москву. В то же время известно, 23 и 24 февраля – это дни безусловной капитуляции Советской России перед кайзеровской Германией. Поэтому 23 февраля – это скорее день защитника немецкой кайзеровской отчизны, чем российской советской. В первые послереволюционные годы в официальных сообщениях по поводу праздника речь шла о том, что якобы 23 февраля 1918 года Совнарком принял декрет об организации Красной Армии. Однако в действительности этот декрет был издан еще 15 января. Позже Сталин заявил, что 23 февраля 1918 года отряды Красной Армии наголову разбили под Псковом и Нарвой войска немецких захватчиков. Ну вот так вот ложь и пошла гулять по миру. Во времена хрущевской оттепели в той-таки истории партии куда-то исчезло сообщение о Нарве. Однако выяснилось, что под Псковом Красная Армия оказала упрямое сопротивление более многочисленным силам противника и нанесла им серьезное поражение. А в действительности 10 февраля 1918 года безрезультатно закончились переговоры о мире между Россией и Германией в Бресте. Советская власть надеялась, что немцы просто оставят большевиков в покое, имея значительные проблемы на фронтах во Франции и Бельгии. Однако через неделю, 18 февраля, немцы начали наступление по всей линии развалившегося фронта. 19 февраля растерянный Совнарком телеграфировал в Германию о том, что согласен на все. Однако немцы продолжали наступление. 21 февраля советская власть в Петрограде объявила: «Кто не запишется в Красную Армию, того пошлют под конвоем копать окопы вокруг города». За несколько дней в Красную Армию записалось до 100 тысяч человек. Нарком Дыбенко повел в бой матросов. 1 марта они захватили Нарву, а через два дня с приближением немцев убежали. 4 марта немцы без боя вошли в Нарву. Назвать эту вылазку «разгромом немецких войск» было бы возможно, но только в бреду. 23 февраля утром Германия предоставила свои мирные условия, по которым Петроград должен был признать независимость Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии и Украины, а также подписать мирное соглашение с Украиной, демобилизовать армию, разоружить флот и так далее. 23 февраля большевики согласились принять немецкий ультиматум. Вероятно, именно факт капитуляции обусловил избрание именно этого дня в качестве праздника. Чтобы забыть позор, его нужно было превратить в торжество. Кроме того, новая власть просто нуждалась в новых праздниках и лепила их из чего попало. Большевики создавали предельно дешевые лубочные мифы для как можно более широкого восприятия. 23 февраля – придуманная большевиками дата, чтобы скрыть стыд перед миром и своими гражданами. Один из сотни мифов, на которых построена вся история Московии. Поэтому, если уж и праздновать 23 февраля, то исключительно как День капитуляции защитников России. Так и запишите.
Друзья, если вы разделяете наши взгляды, поддержите нас на платформе Patreon. Сервис помогает творческим людям получать помощь от своих единомышленников, подписчиков и просто фанатов. Все ссылки на экране. Спасибо за внимание.